комментарий к сегодняшнему игре? Да, комментарий. Комментарий сложно тут давать, я считаю, что сами виноват. Не знаю, что причина в чем. Не до нас строят. Может быть, тренера предупреждали, что команда серьезная, и я не знаю, о чем можно сказать, о каком не до нас строе. Сложно, честно говоря, сказать сейчас по горячим следам просто. Ну, сами виноваты, только кроме себя некого винить. Так. Ну, вот как тебе состояние газона искусственного на стадионе? Ну, состояние, конечно, газона не очень, но это будет звучать как оправдание. Я не знаю, как. Оправдывать нас уже нельзя. Просто все было в наших ногах, руках, головах. Сами себе придумываем проблемы ненужные. Василь! Не стоит пенять на газон, я думаю. Виноваты только сами. Тот же самый Оскол играл на том же газоне. Мяч круглый, 11 на 11 мы выходили, все было. Такая же жара и для них, и для нас, но они выиграли, а мы проиграли. В первом круге мы 4-0, по-моему. Да. Может быть, сказался тот факт, что легко до этого достал. Ну да, я говорю, что возможно недонастрой, но я просто не представляю, как может, какой еще недонастрой. Мы же не Милан, в конце концов, приехали в Оскол играть. Во второй лиге нет слабых команд, все бьются, все стараются играть. А сегодня именно в борьбе, в желании мы проиграли, считаю, в этом причина основная, что проиграли в борьбе, в желании. Они хотели больше нас, они выиграли. Вот так вот.